Публикация в Твиттере как повод для снятия неприкосновенности. В Германии начали расследование против депутата Бундестага за комментарии в социальной сети. Что написал политик, знает Татьяна Лагунова. Слово не воробей, даже если оно не сказано, а опубликовано в социальных сетях. Депутата Бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Йенса Майера лишили иммунитета и начали против него расследование за расистский твит в интернете. Дело ведет прокуратура Дрездена. Предмет расследования – запись в Твиттере, которую Йенс Майер опубликовал в начале января в адрес сына звездного немецкого теннисиста Бориса Беккера Ноа. Политик решил прокомментировать интервью молодого человека, который признался, что в Берлине часто подвергается нападкам из-за темного цвета кожи, и обозвал его маленьким полунегром, который пытается привлечь к себе внимание. Спустя несколько часов эта запись была удалена, но Беккеры подали в суд. Майер пытался перевести стрелки, дескать, твит писал не он, а отвечающий за активность в социальных сетях сотрудник его бюро. Но эти оправдания ни коллег по партии, ни руководство Бундестага не убедили. Парламент лишил депутата неприкосновенности и разрешил прокуратуре начать расследование. С расистскими, ксенофобскими и прочими разжигающими ненависть публикациями в Германии борются с помощью закона. Он заработал с 1 января этого года и обязывает социальные сети удалять подобные материалы в течение суток. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».